Между тем, на выявление социально опасных учащихся потратят более 1,5 миллиарда рублей. Об этом сегодня сообщает РБК. На разработку такой системы деньги из бюджета может получить автономная некоммерческая организация – Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды. Поясняется, что система должна будет анализировать письменные работы школьников и студентов и выявлять, цитирую, «склонности к социальному опасному деструктивному поведению». Эксперты предполагают, что в основе проекта будет нейросеть, обученная на большом количестве образцов текстов, авторами которых являются люди с психическими или социальными отклонениями.